На свой 105-летний юбилей Юговка дарит 105 подарков. Подарки – это встречи с интересными людьми в течение года. Первая из таких – встреча с директором РНЦ ВТО имени Елизарова Александром Губиным. Это очень символично, ведь прошлый год был годом академика Елизарова. Основная идея – это показать, каким образом изменилась жизнь огромного количества людей, прежде всего пациентов, но также и врачей, также и ученых, в связи с открытием метода Елизарова. И это все связано с Курганом, все связано с тем, что это происходило здесь. В течение вечера Александр Губин рассказывал о том, что подтолкнуло Елизарова изобрести свой метод и почему он стал настолько известен во всем мире. В библиотеке собралось порядка 200 учеников и преподавателей разных школ. Я считаю, что Елизаров – это великий медик, который прославил нашу область. Он внес многое в науку, вообще во всю. И я очень рада, что он наш земляк. Бывая с нашими учениками на различных международных и всероссийских конкурсах и говоря, что мы представители Кургана, видим задумчивость на лицах, говорят: «Курган, а где это? А что это?» И тогда мы говорим: «А это центр Елизарова». «А, центр Елизарова, конечно, мы знаем, и нам очень приятно, и мы гордимся, конечно, нашим известным, знаменитым земляком». Несмотря на то, что участники встречи знают об Елизарове немало, она оказалась познавательной. Подобные встречи с интересными людьми станут традицией проекта «105 подарков Юговки». Буквально через неделю пройдет творческая встреча с Германом Алексеевичем Травником. Он у нас будет открывать выставку «Читатель книг», «Писатель книга читатель». Вот. 19 января мы приглашаем на рождественскую встречу. Любительские хоровые коллективы будут радовать наших читателей. Светлана Епифанова, Анна Тушкова, Валерия Печорских, Александр Менщиков, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».